Это вовсе не грешно, и вовсе не тщеславие, не прихоть, а просто осознание вселенское пришло. Не первый, значит, горе ждет и лихо. Я говорю не о спортсменах буйных, и не о скачках, ставках и подромах. Быть первым, труд в две смены и в будни, а праздники церковные не трогать. Кто первый на ристалище бежит, победу одержать вполне сумеет, тому награда, премии и дожди. На всех олимпиадах он всегда умнее. В духовном плане Павел поощрял к небесному бежать и не лениться. Иначе выйдет, суетился зря. Плоды отсутствуют, а лишь сухие листья. Небесный ангел воду возмущал в купальне в иудейском городишке. Кто первый опускался, в тех мощах теперь бурлила жизнь вполне с избытком. Кто 38 лет не первый был, сумевший пережить 37-е страхи, полет орла тому, кто был без крыл, стремительно восстанет он из праха. Быть первым в добродетели с утра, восставший первым из постели теплой. Припомним всех апостолов и выскочку Петра. Христос крошил его на мелкие осколки. И несмотря на промахи прилюдно, он первым бросился к Иисусу даже в плах. Он первый ревновал, чтобы высветить Иуду. Он первый рассмотрел гробницы плат. Быть первым мне нисколько не претит. Создать такую общину и детский лагерь. И первых дел еще немало впереди. Не первым не смеяться, а только горько плакать. 16 апреля 2007 года.